Всем привет! Сегодня отличная погода, яркое солнце. Я сегодня прошвырнулся по магазинам. И в сети магазинов «Электросила» буквально менее чем за 3 доллара приобрел себе такой вот фартук кухонный. Есть несколько вариантов принта. В данном случае я выбрал такой, ну, неопределенный. То есть там было что-то про добрую хозяюшку, заботливую бабушку. Здесь хорошее утро всегда начинается с и не определено с чего. Но главное, что здесь вот в таком на импровизированном карманчике, как бы женский ротик, женские губки на своем месте. Может, утро начинается именно с этого. Хотя, возможно, здесь изображено кофейное зернышко, кто знает. А чудят ребята на белорусском предприятии ОАО «Магатекс», город Могилев, улица Гришина, 87, сайт www.magatex.com. Что тут у нас? Фартук, модель, артикул, размер 70 на 62 сантиметра, состав сырья, полиэстер 88% и хлопка 12%. Существует несколько вариантов расцветок, но все они как бы в такой тон, и, как вы видите, ткань имеет какой-то такой металлический блеск. Ну и отныне в своей рубрике «Кулинарный техникум. Холостяцкие рецепты» я буду представлен в данном фартуке. Еще раз напомню, что приобретал в магазине «Электросила». Это электротовары различного назначения, аудио-видеотехника. И стоимость 49 тысяч белорусских рублей. Вот такой фартук. Ну и следующая покупка – это вот такой вот поводок шторный. В комплекте идет два поводка. Один я уже использовал. В зависимости от его длины и каких-то конструкторских особенностей, в данном случае это длина его 75 сантиметров, цена его 40 600 белорусских рублей. Выпущен предприятием «Кгардиния». Произведено, как мы видим здесь, в Германии. Страна ввоза также Германия. Вот ссылочка на их сайт. Чтобы не мусолить тюль или шторы, приобретаете такой поводок и шторы задвигаете, держась за него. Крепится он с помощью карабинчика металлического. Сама она пластиковая. Палочка такая вот гибкая. И здесь металлический карабинчик. Крепится он к крайнему крючку, там, кольцу, петле шторы. Вот таким вот образом. И легко, не касая шторы, задвигая. Поводок выполнен из гибкого прозрачного пластика, и в тюле он незаметный. Согласитесь, удобная вещица, а приобрести можно в магазине хозяйственных товаров или в строительном супермаркете, в отделе, в котором представлены карнизы, шторы, ну, что-то подобное. Наверное, пожалуй, на этом все. Вот два товара, приобретенные на территории моей страны. Всем удачи и пока-пока, до новых встреч!